Ну что, парни, давай, мы собираемся. Уи, уи. Да, на вратах, Руслан. Да, на вратах. Собираемся, ребятки. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? У нас сейчас вот небесный док будет перехакивать. Ну что, пойдем в горнило войны. К Рэмбоу Дэшу все садимся. Да, вот только дальше пойти. У нас небесный док забирает. Вот такая точка, блин, романтичная, пафосная. Пафос? Не знаю, мне небесный док очень нравится, его легко дефить. Вот когда его проиграешь, начинаются проблемы. Ребята, быстрее, быстрее, быстрее пошли. Догоняйте. Понял, там появиться можно? Да, можно, да, выйти. Там есть 3 минуты, только начался откат, я не знаю. Мать, висит. Ты знаешь, что такое гарнизон бежит, он это пиздец. А то... Да не ори ты. Оборона уже. В общем, ситхи, пока что посидим здесь. Не понял, ты еще ну это другой раз. Сейчас, ладно, решил. Да. Ну ты же не бил. Нет, ну ты же был с нами на этом. Где-то. Я и есть с вами, я с Ромом подобрал. Нас мало на моих тельняшках. Да. Ребята, разыграем на расслабоне. Не надо эпических действий никаких. Алерт поздний. По-любому сейчас прайм у СВ, поэтому просто красиво играем. Не, я не прошу ничего большего. Не будем рваться там на 25 частей. Так, Ваня, ты вроде бы он до хаки, по возможности захвати узел коммуникации до хаки. Я на насосную станцию. Так, не высаживаемся с галактики, на вышках красных гряды пошли. Там танки, авангарды. Ой. Давай тогда поменяемся. Ребята, спасибо много. Станцию, я падаем. Короче, ну как идёт? Насосную, ты на насосную, я на узел. Представим защитников в награде. Мне пофиг, убило вас. Прикольно. Так, ребята, возвращаемся обратно. Так, смена приоритетов. Будем идти пешим ходом от небесного дока. Ну, можете на меня прыгнуть. Нет, здесь внизу до хрена техники просто. Просто до хрена техники. Здесь пехотура идет. Короче, фармимся тут. Очень много. Там их просто до хрена. Ну, я думаю, встретим их нормально. Быш! Даже... Да спрыгай, к вам, соседи. Да, в своем отечестве. Я думаю. Да, запрос. Начал. Так, ребята, задача следующая. Классы. Мне нужно живых. Два медика, а все остальное хевики. Шумер медик. Давай, шумер. Ну и бэтбой там. Бэтбой такая, фоги будет сейчас высаживать. Так, ребята, быстро хевики. Разрядились по галактике, ребятки. Руслан, можно на них попрыгаю пока? Можно, но сейчас нам надо сбить галактику этих фогов. Сейчас нам будет, вот сейчас будет писец. О, писец начался. О! Да, хорошо, видно. Так, все хевики берете максов сейчас же. Максов, быстрее. Прыгают в троллик, их на точку ушли. Ребят, у нас сейчас со спины будет жопа. Отлично. Отлично, парни. Так, Джокер, где ты валяешься? Видеть? Да. Джокер, где ты валяешься?
медики отрабатываем скилл. И сейчас внизу более овер 9000. А полностью фронт обороны, ребята, два прыжковых. Разворачиваем. Ребята, через низ на точке идет рядка максов. Конкашен один туда цешечки можно. Ё-моё. На углу на нижнем получается. Больно. Очень. А есть инженер? Да, модус. Ребята, лежите, бегу. Слава, она лежит. Мне бы починить, тут в сторонке стою. Там аккуратнее, там мах. Да, я понял. Со второго конкашена. А со второго гейта, со второго прыжкового закрылись. Ребята, вставайте. Вот сейчас вставайте. Все вставайте. Подъема не будет, парни. Давайте нормально вставим. Нормально там положил. Подъема не будет, парни. Вставайте. X5. Так. По диспозиции. Занять надо вот метку. Здание по метке. Там у медика вряд ли донаты уже закончились, однозначно. О, баймашка появилась. Баймашку медики разжаловали. Ох, убил баймана. Как это? У нас начинается веселье. Так, нормально, держимся. Так, ребята, все хилики Макса, Макса, нужны Максов. Там еще либеры полетели. Нет, кушай на меня. Блин. Точка перехакана. Ребята, точка перехакана. Нужны сейчас. Сейчас нужны Макса. Ну, забейте тогда на нее, поймите, еще на подмостке. И ховер 9000, обалдеть. Джоды и ВДВ вступили в тревогу. На кратеры, вон смотрите, там ванушники зачем-то делают. Можно на... У них там стрельба взвод онлайн. Да, походу на то, похоже на то. Макс убрать по откату. У них там куча Макс. Кто зер? Господа, я свер. Да, меня минус. Просто в здании не вставать, куча максов внутри. Да. Ну, изи мод. Скилл сьют, изи мод, все дела. Это плохо, что они так дают здесь. Да, это значит на риджитрока будет жопа. Соотношение 58-42 в их пользу. Ребята, нам нужна диверсия внизу. Берите лайтов вниз на пометке взвода, найдите гром, уничтожьте их. Потом тогда мы сможем справиться. Они постоянно поступают, мы не можем успеем их убивать. Какого фига? Только лайты. Лайты. Два грома по метке взвода. У нас какой-то мудак орёт, не орите на грома. Первый гром подрываю. Аллах Акбар. Все. Да? Нет, один еще. Один еще могут открыть, да. Вот еще. Гром и танк. Гром и танк уничтожить. Дальше будет легче, ребята. Дальше будет легче. Рейнбоу, у тебя стихи есть? 2 минуты, у меня куча. Еще одна стихка нужна на гром. Бегу. Блин, снял, снайпер работает. Да, сюда.
Сука! Блин, я убил свой, побит он Харри бой. Есть. Так, гром уничтожен. Наверху начинаем давить сверху зачистку. А, они сидят, я уже сказал, чтобы они выходили, им пофиг. Сори, Рэмбо Дэш. Ребята, все наверх начинаем давить. Наверху. Ряд Гвена пошла. Шумер, красава. Ребята, еще. Давим, давим, давим. Пуш, пуш, пуш. Берем все максов, ребята. Берем максы по откату. Я ресов нет, я медом побегаю. Так, ребята, тогда у кого нету ресов, берите. Хевики, 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 бандольеры, хуё-моё, все. Так, это конкашн очень пригодятся. Там два макса, бегите, пацаны. Ребята, конкашина просто. Берите точку. Вперед, бля! Вперед, на точку, все, бегом, на точку. Рэмбл Дэш. Пофиг. Давайте, ребята, сверху седьмой. Сверху на крыше снайпер. Седьмой, давай, у тебя все шансы пройти, все шансы. Буквально, вот ты... Бля, забег по... Да, как с такими тюленями играть? Я не знаю, сидели, вы видели, парни, да? Да, все видели. Ребята, мы сделали что. Что-то нету, не хватает людей. Нас просто не хватает просто, которые могут это сделать. А синку мы не проконтролим, что он скажет. Ребят, нормально все сделали. Отходим. Так, не туда мы отходим. Отходим на склад Таурих. Может, на гарнизоне встретить? Нет, нет, не надо. Не надо. Гарнизон это будет скрежет зубовни. Да не к чему разбить, просто технику их не все, страшно не, нормально. Не. Они высадятся на галах, быстро законтролят точки и будет ололо. Работаем по складу. Ну окей. Поверь мне. Сюда. Нам не пора второй взвод создавать. Либератор наверху летает. А, сейчас, ребят. Дариэль, чтобы тебя... Ну, в общем, не знаю. Чувак, ты не прав. Так, сейчас. Так, 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 так. Оп. Джокис, принимай к себе. Там. Да. В общем, не наедаться, и ты мне можешь упасть. Я не наедаю. Напоминаю, у меня такой взгляд. Гром минус. И вообще, даже обнимаю пирогами. Косы херячат в тупую, блядь, косят всех. Он кончился. Как и РСК до сих пор ни хера не делают. Здесь зерги. Ох ты! Вы что, не видите это вообще? Так, ребята, движемся, движемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда вы, парни? Там зелпа. Ребята, не забывайте, что большинство СВ, ну, в смысле сильный клан, он они дальневосточники. Давай сразу назад. Или не дальневосточники, короче, у них вечер сейчас. Их не прайм, на самом деле. Да, прайм сейчас их. Поэтому расслабляем булочки и работаем. У нас утро почти. Да, не, это не восточники, вернее, а вот там Калининград, все эти дела. Русь, я не знаю, у меня фарм отличный, не знаю, вообще не потерять. А маяк можно там, либо есть? Есть, нет? Нету. О! О, черик! Так, куда же нам уйти? Я вы сейчас... Так, ребят, я скажу даже больше. Мы уходим на корпорацию Титан.
Входим с наблюдательной вышки. Ребята, с Титана, короче, мы... Наша задача сейчас корона. Идем фаниться. Го. Да, ребята. И вообще, давайте устроим тематическое. Короче, тематическая вечеринка. Берем хищников, я беру свою с... Гром, ребята, берите танки, фанимся. Ок. Пух на это все. Наблюдательные вышки, да? Корона. Там они навоюют. Джолкис, так мне трубу, Джолкис. Поехали. У тебя вулкан, да? Да. Трубы нет? Не, пока нет. Вот, может, отдадим кому-нибудь танк, я тебе свой возьму. Вот понимаешь, вот, ребята, я вам честно сейчас скажу. Сейчас вот планер. Вот планер просто берет и пиздит, блядь, как последний гандон, блядь. И после этого Павленцик просит меня, чтобы я его не банил, блядь. Потому что он сидит, хуёво воюет. Гандон, ты там был, пидор, блядь? Ебанат, блядь. Да пошел он нахуй, блядь. Я его, чтобы я его еще раз... Я обратно сейчас замьючу нахер. Пафоса овер 9000, блядь. Пидорас ебаный. Танк нужен, нет? Танк. На танк жёлтый. Да заебали, бля. Каждый второй Бонапарт, каждый третий Кутузов, блин, с Рокоссовским. Да похер, поехали с Сталином. Ты понимаешь, дорогой друг? Вы его не слышите просто. Вы его не слышите. Это раз. А во-вторых, я вам честно скажу. Оба гала. А чё по танку-то? Двойками или как? Или двойками, двойка, двойки, двойки. Нет, двойки, двойки. Кому ребята, можно сесть? В районе, мы в районе короны. Фога, фоги на короне тоже гала, только что дроп был у них. Пошла. Это сейчас будет весело. Так нам и отлично будет сюда все силы стянуть на корону. Если они будут здесь, это будет шикарно. Макс. Да поехали в раш, все. Плакаем. Куда? Да не, я толкизу, просто у нас вулкан. Спасибо за помощь. Извини. Вообще лучше ты вызывай. Знаешь почему? Я могу кого хочешь выбрать. Я вызову их. Просто, ребята, точку, да, хакайте, ребята. Просто держите их здесь в тонусе. Не надо захватывать. Они пускай здесь тусуются между собой. Громчик под мозг загнали, вообще был бы шоколад. Кстати, да. В чем с патронами? Верно. Вообще, да. Ребят, смотрите, у меня дебильный план созрел. Мы сейчас сбросим пару галактик, попробуем отбить небесный док. Гарнизон Риджент Роу. Он и перехак вызывает там. Внизу под мостом говно. На гарнизоне Риджент Роу консьерки останутся, мы тут будем держать мост. Бой внизу. Сзади бой, сзади, на точке. Там еще немного. Ребята, просто держим их в тонусе. Наша задача не захватывать корону, а просто фармить. Физически не успеем за минуту что-либо сделать. Попробуем. Значит, Гром с патроном. Чем чат придумает? Громчик едет. Там он там. Ни хрена молния улетела вообще в небеса. Таранские танки, настолько таранские. Там Гром, поехали. Славан, братиш. Ну возьму Гром с патронами, на него, короче, лупанут с двух цешек. Да давай, дави их, всех дави, прям они засут. Да подави, ничего не попал. Он из-под Б наверх бежит, дави еще. Маяк, смотрите, на 3 часа.
Отлично, отлично. Если мы их тут всех стянем, это будет просто супер. Видел, да, в Рэмбо? Вон он без фугов рассыпется. Куда ж ты, Серёга? Это кто так полетел? Кто это покатил? Сзади. Руки, сбеги, сейчас я подобью. Джонкс, помогу. Думаю, сняли, не беспокойся. И вот как они появились здесь? Они что, стрим смотрят? Нет, стрим не идет, трансляция. Гром, гром. Фармись. Ребят, сейчас мы отходим к Титану. Принял. Отходим к Титану. Ребята. Лера, воды дай. Гром ушел или? Второе. Скрипни. Ушел мирной. Сейчас починишь, попробую подогнать. Под мостом два пиха. Погодь, дай вылезу, мне что-то кушка вокруг своей оси крутится начинает, когда я пускаю мышку. Здесь вроде как спокойно. Гром, залезай, Гром. Дай, Гром. Двехов надо было. Рэмбо, ты, надеюсь, инженер? Сишку поставили. Вот они на горе. Как он, блядь, с одной-то подорвал? А, это Макс. Ливер. И исчез. Ушли за твоим Громом. Вот, ребята, теперь начинается проблема. Надо добить этот Гром с Анны. Ребят, помогайте, помогайте. Пойдем, где берем? Ну там же. Ты что поставить? Невидимость или то, что у тебя стояло? Да, стать невидимым. Ни хрена себе. Шасси тебе какой поставить? Гонщик или гонщик? Че тебе, БКС-ку или ББХ? Вот сейчас начнется рок-н-ролл. Не понял, Джокс. БКС. Опа, сзади кто-то. Пацаны, у нас есть кто-нибудь рядом с Титаном? Да. Вернее, не с Титаном, а с Короной. Да. Понятно. Настал. Я две молнии разобрал, ладно? Двигаемся, начинаем брать корону, парни. Мы корону? Сзади сидите, да. Тихо. Если ванны сейчас придут к Титану, это, а, это они будут, через 6 минут они будут на Латуме. По точкам распределяемся, парни. Ну, толки больше не дома, наверное. Много молний есть. Копье продаю. Снизу. Понял? Отсюда, да. Ну мы сретим. С насосной станции. А щит молний нету. Были. Не вижу. На Б тело бежит. Невидимость, да, ништяк, не ожидали они. Что вообще шлюсы упорты? Тут три разобрали, они не видят. Назад. Это же две косы, блядь, за полминуты. Живой? Давай поремонимся. Стой, стреляй, Джокс, сядь, едет, каратель. Я рема. Блядь, снайпер херачит сверху. Я беру, но я тут долго не потянул. О,
Под мостом сверху. Минус. Нифига себе. Ну что, а во что застрелил? Ну мы бы сами уже справились, но все равно спасибо. Я попех. Ой-ой-ой. Инженер, ты на скале. А, сейчас попробую подняться. Ребята, надо чуть-чуть их содержать. Да, мы их готовы принять. Жопа, сюда наверх турельки разберем. Там они мешают. Вот прямо отсюда даже нам видно с того, смотри, я вот за этого поворота будет видно. Я же не смотрю, что он стоит. Уже забрали? Нет. Давай ты по нижней поверхности. Нижний минус. Ноги сверху. Хай, Гитлер. Все. А, Гитлер! Тормози за рядом. Спасибо. Остановись. Здорово. Я вылез. Угу. Ну, на рем. Давай, Бэтбой, раскрути его. Получилось. Но он на понтах-то. Да, он на понтах, но он не вылезает. Да. Сейчас это далеко буду убить. Сейчас могу попробовать без гриана засунуть. Торрель, ребята. Подняться. О, еще одну установили. Центральная. Сейчас. Сейчас раскрутим. Уезжай, уезжай. Становись. Хави 5. Б хакают. Патронов. Они как раз через мой труп прутся туда, в дверь. А будем из бронеблока. А у них гром, у них гром. Ой-ой-ой, все бы разнесли. Где гром? За Б, за Б. Вот, вот где я, десятый. Угу, сейчас разберем. Здесь много, меня сейчас убьют. Так, мы тут инстанс поработаем. Окей. А ты не знаешь, почему цель не захватывается? Не захватывается. Бывает. Не захватывается она, потому что, наверное, только что сбросил ловушку. Да, где? Человека 3 на Б. Там не 3, там больше. Показывают. Ну, сидят. Грома не видно, да? Ваня, спасибо за... Ну, больше там ниже подразумевается. ...выделить узел коммуникации. Я знаю, знаю, не знаю, что делать, но, блин, мы тут уже так хорошо кирпичей валим. Танки. Справа мы мосту. Кирпичей? Думаю... Какая прелесть. Да. Сверху мост. Там, блин, авангард целая орда была с правой стороны. Да могли бы сработать это у меня. Да могли бы. Блин, ну это форт. Но на точку они не пойдут. Мост поменять, но не видно. Зато воздух вот сейчас вот еще остался. Стоит ББХ как бы, если ББХ, чтобы потом по прямой считать. Мы на узел сходим, мы на узел сходим. Сзади, сзади аккуратно на Б. Подаешь? Нет. Погодите, не выходите, кирпичи. Ты левел бы не скинул. Твою мать. Не, я не попадаю. Я попал. Я нащупал. Защиту у него всего 50%.
Стой. Блин, иди с проходом. Сливчик на котле. Сейчас чуть повыше поднимем здесь, когда будем попадать. Ребят, сзади тело. Нет, я их. Вот и все. Вот и слизь. Сейчас подойдите к этим бегу. Смотрите, они там. Макс поплыл на Б. Там выгнали молнию. Две молнии. Ты что с патроном, может, заедешь? Ну как же наш? Господи, наши почему давят НКШ? Надо бану давить, ребята. О! Надо 3G трока, на небесный док отхватить не могут. Не окупай. Это что, свои по мне херячат? Сзади, в камнях, не доходя до Б, снайпер. Угу. Бати, корпус просит. Сейчас. Я пригласил. Угу, отлично. Гром. Гром, парни. Гром минус. Они притащили молнии целую кучу. Ничего страшного. На горе позиция для обстрела идеальная. Джокс, пригласи. Да. Виталика. У него 150, а у милосердия 160. И прочь, я на прочь. А, Мануэль, кто все по тройке? Ребят, гидроконный комплекс. Я один туда прыгну, гляну пока что там. Стой, дальше не надо, дальше уже молния стоит. Да, гидрокомплекс здесь до хера. Типов, и они высадились нормально. С маяками хром стоит. Молния. Ребята, можете снести на танках хром? Хана грома. Полный комплекс до хера. Хром стоит возле пополняшки для патронов. Ай, уроды. Ну надо было давить, тварей. А я на них направил. Там парочка была. Если тебя не слышат, как у меня, например, иногда чат вырубается. Чё, пехами? Плюс мы пехами или чё? Блин, не знаю, как хотите. Ребята, как хотите, мы на короне тусуемся, короче. Если мы... Если выбьют корону по данному... то все будет очень печально. Три направления автоматически у нас открыто. Гидропонный комплекс, уже сейчас он вылетит полностью. Короче, такая вот печаль. Игорь, ты открутился? Да. А, возьмешь? Корус, да, мы на алерте. Так же? Или ББ? Что? Да, так же. Давай ББ. Корвукс, Кракс, мы на алерте. Ну пригласите. А тебя ж пригласили, Корвукс. Уже в отряде. Виталика пригласите, это уже он рожает там ёжика. 22-го. Батл ранг ёжик. Так. Ну чё, гнём корону? Да, гнём корону, ребят, здесь вариантов. У нас других просто выбора нет. При всем богатстве. О, здесь уж смотрите, какая группа туристов в белых купальниках. Серёг, я выкатал. Док, Виталик, кинул пальц, нет? Я кинул, написано... Невозможно, да? ХВ, попробуй сам. Тихо, подошли вовремя, отбили гидрокомплекс. Я понял, тихо. Сейчас тихо.
Так. Сальчики. Так, Виталик, у нас была включена эта. Давай, заходи. Так, вот на Титане начинается проблема. Вот теперь отходим на Титан. Да, сказали, что здесь, ребят, уже на точке Макса слышу. Ребята, все на Титан. Все на Титан. Принял. Так что еще третья победа и все. Вот откуда он бьет, даже трассеров нет. Макс на точке. Медика слил. Там еще один. Макс поплыл. А может почему? Мы лежим оба. Макс снял. Я тебе свечу, помоги. Правее. Не справа. Слушайте, давайте накупим всех толпой, а то мы по одному и отдаемся, блин. Мы не по одному, да? Добей его. Медиков нет просто. Макс здесь ходит. В соседнем здании. Его лечь, что ли? Я в него 6 раз уже попал. Пацаны, помогайте, я живой пока. Ребята, к бэдбою быстро. На точку, все на точку, пацаны. Ну, дыми, сука. Поднимитесь. Возьмите инженера. Справа, Макс. Нам хана. Максов мы двое. Вас для точки. Вставай. Отходи. Отходи, бэдбой. Нет, вот ты. Блин. Какого хрена мне? Так, ребят. Самир контролируется. Они там ресурсы получают и заказывают здесь там. Так, Альфа. А, капитан, ты не с нами? Вы с Виталиком? Ну, с один мах. Ребята, давайте сейчас собрались и точечку убиваем и все. И усе. Давайте, быстренько, шустриком, шустриком. Инженер. Тихо. Давай, 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 давай. Конкашены пошли. Отлично, заходим. Ай, блин, как ты выскочил, а? Я нет, ты меня не попал. Все нормально. Давайте, давайте, мочите, 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 мочите их там, выкашивайте полностью. Все, ребята, закрепляемся. Следующий этап, ребята, следующий этап нужен. Ребята, все на точку А. Сейчас все движутся на точку А, ребята. Еще раз повторяю. Да что ты будешь делать? Нет, меня сняли слова. Там походу гром надо его разобрать и есть. Да, да, да. На 5 часов стоит. Не думаю. Трудно. 36, но мы нормально даем жизнь. Да, точно не даем собаку. Я надо понял. Где-то гром убить, гром где-то стоит. Вау! Вау! Это что-то... Эрскай, блядь. Да? Да, это был Диксуфат, это Эрскай. Тупое днище. Вам пойдем, Серега, поможем бегать. А что случилось? Ну, меня просто взял и расстрелял. Да, только что? Болит. Только что это было? Серега, грин, да, я Макса зацепил. А где он, ублюдок этот, потерянный? Вот это забей. Ребят, забейте. Не надо. Он и так нас послушает. Все, что мы о нем думаем. Ох, там их серый.
на рыбке. Там как? На точке. Опять этот морпех, он прямо фармится там. Блять, рывка нет, он не взял. А вы нашел, ребята, на 5 выше моста, сзади моста бомбы. Да, здесь два грома, вот он. На метке зоны. Балкон перекрыл. Ну, скат в смысле. А, модус лежи, сейчас в страсть поделись. Давай с конкашеном реализовали, уроды. Надо им туда конкашеном закинуть, бля, иначе... Тут где наши меди прославленные? Бля, там Макс ушел на своем месте. Бля, даже ебать, они со всех сторон. Ну все тогда, чё? Берем хэлов. Надо было на рывок переодеть. ДТ я забыл. Дрифт турельщиков на рывке надо туда вылетать, выносить. Так, сейчас я попробую там Макса взять. А там штука это не немецкая, это корейская. Сидят какие-то гандоши второго левела. Ну что поделаешь, у нас тут 41% сейчас, да? Ничего страшного. А я с Гелена кончились, вот это жопа. А потрошки бы... Эти два... Реально заебал, блядь. Давай, я беру. Те два танка, помнишь, которые нас слили, блядь, в парме сейчас? Я, короче, выходи в правый выход, и за них сходить. Видишь, где я стою? Да, это первый этаж за Не-не. Меня найди, Миша. Вот здесь стой, я еще к тебе постараюсь вернуться. Давай, пошел. Не убегай, не убегай, нормально. Погнали, погнали. Меня слили, убиваю его. Меня подняли. Меня слили. А, этот рейдер попал. Мне показалось, что... Обалдеть, икс-мародер, икс меня убился. Вообще, красавцы, блядь. Нет, свой же, свой же. Ну что я могу сделать, да, вот... Ребят, такая ситуация. Что я могу сделать? Не, мол, кстати, хорошо получилось. Да нормально, просто никто не поддерживается, стоять. Да, еще бы один инженер был с тобой. Вообще, зачетный. Я думал, Макса инженера сразу выпилил. И Макса положил еще. Отбили титан у нас, ёб твою мать. Да. Ребят, значит, если увидите этого морпеха, киляйте, чему это потерянная, блядь. Да ладно, нормально играет. Ребята, продолжаем. Чем, по-моему, стреляет? Морпех — это вообще-то ванушник. А, я думал, это и расскажет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Морпех, нет, Диксуфат, это на меня он слил. Я ему написал, что ты попал в телевизор. Ну и что, почему? Мне тебя не встанет. А, Диксуфат, да? Да, где-то не надо человека тебя не вырыская. Не вырыская, не вырыская. Ребята, у меня нету рейсов. Че, гром надо? Да, гром. Да, парни, гром нужен. Надо гром вот сюда ставить. Титан нельзя отдавать. Вообще нельзя. Не, я выкатил. Я думаю, что надо сюда пара танков попригнать. Можно инжи поставить вот тут на горочку, чтоб отстреливались. Гоните все. Вперед, вперед. Вот, танк. Да, с ботанического крыла может танк гнать. Там есть? Да, да. Стрелок. Шумер, Славик, сядешь там? А, ты, у тебя уже есть там? Или... Я сейчас возьму. А, ты возьмешь. Все окей. Я уже не взял, кто ситуация там, обязывает там. Просто. Кому стрелок там нужен? А все уже. Ты забрали. Да. Нам вообще не сказать. Так, он там впереди, кстати, есть народ без стрелков. Ребята, нау... Rainbow Dash тоже без стрелка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Yeah,
Давай, тормози. Дайсмана пригласи. О, блядь. Дайсмана пригласите. О, блядь. Ребята. Ребята, если они сейчас. Они идут к биолаборатории, ребята. Если мы их не тормознем, это хана. Есть гром второй. Тех был. Гинги. Ага. Господа, я, конечно, понимаю, что вы хотите объединяться, все такое, но на данный момент достаточно большой зерк именно фогов движется по направлению ботанического крыла Алатума. Славик, под руку, блин. Нас один отряд здесь, остальное синька. Да мы бы нормально бы их стреляли сейчас. Они со всех сторон просто. Фишку кинул бы, не заметишь. То же самое находится на узле коммуникации Дахайка. Там танков подоехал. Вот вы еле-еле сейчас всех подбивали. Планер, дорогой, посмотри на соотношение. Ты посмотри на соотношение. 24 у НКШ и 37 у Вану. Как говорится, выбор очевиден, что надо давить Вану. Все пробей. Да ни с чего. Сейчас буквально бомжи, вот если отсюда уйти с Дахайки, они заберут. Есть гром. Окей, ребята, поздравляем, мы сливаем алерт. Макс, чини быстро. Хороший нейт. Ребят, прикройте. Да никто не ноет, абсолютно. Мне по барабану, я вообще фанис. Сзади. Блядь. Пер. За тобой, прыгай в гром. Да я... Не, надо ситхи, ребят, занимайтесь тем, что занимались. Я ничего не говорил, я молчал, все нормально, все путем. На ботаническое крыло. Вот так же будет. Да, сидеть. Я же говорил, он жанр был встречать на мурких. Ребята, отходим на ботаническую, уже не выиграть. Ты упоролся, ты сам понимаешь, что вообще говоришь? Какая корона? Там вверх сильный прет. Че приятно пофанить. Ребята, переходим в режим фана. Да ты таток бегаешь, блядь, тварь, около терминала. Руслан сейчас спин тебя убьет. А где он? Вон он, ёп, днище. Еще один. Они прям вот под люльку внизу бегали, крысы. Нашу должность прихватили, блядь. Опять, вот откуда он стреляет? Убил я его. Там еще второй есть. Нял. Ты встал? Да, встал. Лапы. Да плевать тебе на это все, блин, вообще. Да, подниму сейчас. Да расслабься. Ой, пускай, что можешь играть на улице. Я фармлю на флешку. На полете. Так, сейчас возьму нового танк. Возьму. Гром стоит прямо под. Ребята, тут у нас какой лес под гром. Все вам поразили, блядь. Кто? Ночки хакают, там, видать, еще один ком где-то за деревом, скорее всего. Вот интересно, я нагнал где-то там. Не дало? Нет, и танк танк пропал, и ты сдох, да? Нет, танк не пропал, у меня резко не сняли. Слава богу. Там понимаешь? Да, фуги идут гром за деревом по-любому. Ох, как их много, а? Он снайпер, сидит где-то, блин, надо. Есть алерт. Сколько еще осталось? Час. Все, бронетехнику разобрали, остается только пехоту выбить. О, блин, 10 секунд осталось. Мы захватываем. Давай. Молния справа. Она меня убила, я в тыл прошел, сучка. Да, вот Кашка. Это не Лучка, то не Лучка. Лучка тоже не может. Пидорас ебаный. Да. Ну давай. Еще
Да, я пиздец. Да. Руслан опять сидит за этими прям. Да, он крысит там конкретно. Вообще-то без стрелка. Дело в том, что, понимаешь, если они пришли, зачистили. Да, ну окей, ладно. Ну 34 на 66 это как бы таски и фан. А чё нет? Класс. Как? Ну опять бы. Да. Корпус лежит. Понимаешь, здесь никто не понимает, что надо делать. Просто надо брать направление и двигаться по нему. А здесь пришли, зачистили, ушли, и чё? Корпус лежит. Ферзь. Все, парни, играем в свой кайф. Защищаем ботанику. Меня сейчас порезали там кто толпе, я правда положил двоих. 71% вызов. Да здесь они все в скилл-сьютах, и вообще их не убрать, не убить, вообще ничего не сделать. Отходим на биолабораторию. Парни, все на биолабу отходим. Ребята, вот сейчас из биолаборатории мы не должны ее сдать, просто тупо не должны сдать. Да, блин. Да если мы сдадим эту, то у них уже на 1% будет больше. Да по барабану. По барабану, ребят, там есть великолепные стратегии, они сами разберутся без нас, ребята. Нахер нам это надо? Редкая дропнулись на ботаническое крыло. Руслан, еще 2 минуты, давай как-то все-таки, пока нас может здесь повалить. Нет, вы уже просрали, ребята, поверьте. Я вам серьезно говорю. На точке более 12 максов. Плюс 3-4 макса ходят вокруг. Вы можете там делать все что угодно, строиться как угодно, точка уже потеряна. То есть надо было сразу контратаковать на Титан, а не просто прийти уйти, понимаете? Поэтому забейте. Жапите. Там Рыцкая пытается отбить точку. Ну, отобьют красавчики. Отбиваем. Отбили. Угу. Сит меня снес, правда. Вот так, красиво. А мне этот, помнишь, десантник, который нас убивал, Хелгента, вот этот Хелкейн? Ага, там, да. Хелкейн. Да, Хелкейн. Приват пишет. Крутой фит, хороший бой. Угу. Не, ну он без сарказма, на полном серьезе. Откуда? Ну, вряд ли. Не верю. Что говоришь? Не верю. Думаешь, со Стёбом? Конечно. Пойдете? Ну что ты так ко всем относишься? До Титана? Ну давайте прогуляемся до Титана. Ну вот кто сейчас был на ботаническом крыле у дуба? Я знаю, там были Рата и РСК, я их видел. Ну вот, да. Мы пойдем до корпорации Титана. Хорошо. Но на корону мы не попрем. Хорошо, ситхи возвращаются на дах. Да, ситхи на дахах возвращаются. Да, кстати, Артём, куча масла опять на нас всего лишь один отряд. Блин, ну я знал, что не выдержит. Делевит не мог мне сказать, что у него один отряд, и они зарешали. Ой, блядь. Да кто такое замочил только что? Делевит. Ну вы же не печенье. Да, тем не менее, один отряд против скольки там, двух с половиной. Да, Львит, дорогой, ничего, что здесь еще два отряда ратов? Уже год я не хватало. А то, что 71% было к этим мукотам. Вот если бы не его, не потоки мелкие, ничего бы не получилось. Чьи мелкие потоки? Снег, извини. Ну, вот это,
А что случилось? Ну, типа они зарешали. Да, тут сейчас так, знаешь, так это преподнеслось так классно, что там они так зарешали классно, то, что два отряда ратов там стало, в общем, как-то похуй. И ситхи здесь тоже похуй, они зарешали. Ладно. Ситхи второй раз зарешали, так в тему красавчики подтягиваются, молодцы. Ребята, давайте на титан. Ситхи вам респект. Ситхи какие-то вообще такие спокойные в последнее время. Ну, и я про них ничего не слышу плохого. Потому что ты находишься в ратах. Где про ситхов ничего плохого не говорят. Это же показатель. Наверное, отношение, наше отношение к ним. Ихнее к нам, то есть тут взаимное уважение. Я про это и говорю. Короче, зергун до точки. Так, если кто-то громчик взял, кто там крайне, возьмите громчик. Потрошки. Нет. Если она там спустил. Быстрый дух. Пусть как сидит пешком. Но кто первый упадет, тот, тот притянет гром. Давай, давай, на Дахак возвращайся. Да нет, ну Хром нужен по-любому наш свой, ратовский. О, Гром есть, это скайп. Это же синюшный получается, надо свой. Ребята, у меня нервы, нервов не хватает это все говно слушать. Я не могу. Ты спроси, если эти пивы ничего не строим. Да не хочу я ничего спрашивать, ей-богу, я не слышал этот командный чат, да я не слышал этого ебанутого планера, я не слышал этого вообще ни хрена, было мне хорошо, понимаешь? Выруби его нахер, он срался. Ты, блядь, где-то там будет еще что-то мозги ебать. Непонятный гуф. Братан, выруби его и кайфуй себе спокойно, удовольствие играешься. Все классно. Пусть собаки лают. Это не первый раз такое. Упс. Надо было назвать аутфит караван. Ну блин, если верблюды. Караван идет. Верблюды, да? Заплюем нахер, блин. Ну да, да. ДДД. Десантная дивизия, драмадерская дивизия. Да. Рейнбоу Дэш еще стрелка или пилота на лидер. Кто не видит. Я не понял, Долевит сегодня на подъеме, что ли? Первый стрим, он там весь там слюнями истек. Бегает радостно такой. Наверно. Орёт что-то. Вдруг прикалывается. Что-то, ой. Что-то. Спасибо, Слава. Так понял, у нас нет, да, Гром? А, есть, ура, класс. У нас не только Гром, у нас и маяк. Пури подогнал. Да пускай на подъеме, мне это по барабану, ребята, мне не жалко, мне бесит другое. Мне бесит то, что, блин, вот люди вцепились во что-то и не видят общей картины происходящего. Они сидят на этом... Они сидят на это, на этой энергостанции Дахаки, и все, блин, пиздец. Мы там сидим и там держим. А то, что надо, в принципе, по сути своей брать корону. Если мы ее не возьмем, то будет жопка. Ну и хуй с ней, не возьмем, говорим. Бог меня отомстил. Негодник. Ух ты, как хорошо Макс лёг.
Да, уже не там нормально начинается, ребята, давайте все рекруг, что ли, на пункт попробуем. Ой-ой-ой. Нормально начинается. Хорошо, что мы тут собрали. Угу. Ребята, они идут к Алатуму, поймите. Им не нужно ничего, им нужен Алатум. А с Алатума уже внутри можно бить как угодно. Как-то так. Все просто. Блин. Им не нужен Риджитрок, по большому счету, да? Им это ничего не нужно. Русик, ну смотри, мы тут такое скопление сил собрали, просто сон вообще. Ирскай. Мы здесь собрали всех фогов, короче, дохренища вообще ванушников. Прикольно. Когда такая сила стоит на одной точке, это супер. Нам лучше не надо. Обратно. Да? Ребят, спасибо, не поднимайте меня, контроль. Виталик задрот. Ой, бля! Да, сам такой. Да, я задрот, такой задрот. Попробуй разобраться с громами, которые остались там. Форм, меня убили. Хотя нет, не надо же грома трогать. А? Они тогда здесь начнут появляться. Тяни резину, короче. Кинул конкашен туда. Нет, почему-то... Фоги пошли ломать. Наш гром заходит. Они обходят, получается, в гору, что ли? Да, обходят в гору. Они через терминал... Через терминал, да. Вот они все здесь. Вся ударная группа. Инженер, Оракл это ведущий их. Они все здесь. Ничего не имеет значения для них. А я, кстати, сейчас инженера убил, он типа крутой. Что, инженер крутой, да? Мне насрать, у меня крутых нет. А я? О, чё мне там? Модус подниму. Грома нет. У кого тёмный камуфляж, нас тоже не видно. Не видно, что на свете. Получается, заходишь ночью на точку, а там негр вообще не видит. То есть фоги защищают. Бэд бой, спасибо. Да мы в черном камуфляже из-за этого. Не, чтобы пиздить уголь. Все дела. Нет у меня черного камуфляжа. Ну купи. Ну слушай, сейчас вот как раз зарплату получил. Отпускные. То. И отпускные. У нас, кстати, не платят. У нас тупо платят зарплату. Вне зависимости от того, идешь в отпуск или работаешь. Все громы у нас расфирачили. Да, конечно. Это же фоги. Сейчас пока пушечки продаются за бабло, надо будет. Это же не печеньки, ребят, это фоги. Я без патронов, твою маму. А при чем тут моя мама? Меня резать отчал по сникам Чубаки под властного воина, блин. Это Эрскай. Хва. Да. Может быть, на корону глянешь? Может, поможем? Ребята, нам пойми, что нам нельзя сдавать титан корпорацию. Понимаешь? Однозначно, мы держим тут мощную силу. Я хромчик беру. Они берут ботаническое крыло, возьмут хана. Да будет бета. Тут дропнуться на биолабу мы не выбьем их. Там Макс уже есть. Ну, они садятся просто тупо в Максы и все. Режим Макса эти парни включать умеют. Не то, что мы крабы. Там мы вообще дно. Коряги. Под коряги, да. Живем. Угу. На дне. На дне под корягой, да. Да ладно! Что такое? Фарм. Ёп! Конкашен. Наши залепили. Ну да, у нас такие.
Нахуй ты маха. Почему в PointSight нет топа лево? Я тоже не знаю. Прикинь, Скай, что делал? Специально гром увезли, вообще развернулся, просто повез их, хер знает куда. Он снял его, прикинь. Нормально, ребята, нам нужны медики на точке. Стоим на одной точке. А он заходит, группа медиков. Прикинь, Терская, еще куда громко поставили. Так, я тоже криво поставил. Куда поставить? Подвинь поближе, пожалуйста. Верно, там, где танк стоит, стреляет, можно даже чуть ближе. Знаю, смотри сам. А вон камешки какие-то есть за них сейчас. Да, блин. Все лежат здесь. Метки, а? Хорош, парни, вообще красавцы. Да, если честно, я ворчу так на всех. Ворчу на всех, потому что я физически просто тупо устал. Тупо устал. Да. Я вам сегодня везде изучился. Пока я не... Для того, чтобы его делать, надо было идти и менять поле. Что, это и к тому, что я тут... Ну, Дельвит во всем признался на весь мир, что он обосрался. Прикольно, да. Да-да-да, я тоже слышал. Да. Ню-ню. В смысле, в реале, либо... Не знаю, в переносном смысле. Блин, почини, помоги чинить гром, я его увезу сейчас. А то пока буду возить, его убьют. Ребята, там братцы, танк, который у нас стоит по левому флангу. Да, здесь поближе кто-то к мосту, а? Ну ты будешь, получается, комплектовать все, пизда. Так, тащи гром, просто жить не нужно. А, вот, с моста справа, понятно. Я сейчас притащу, ребят. Это там, где фоги выбивали, туда, наверное. Да, там охуенное место. Лучше подождать, а? Насколько можно? Блин, из патрона вытащил. Хотя, в принципе, может, хорошо. Так, ребятушки, у нас вообще нихуяшки нет. Пиздец. Гром, а сейчас будет, есть. Все будет, Руся, гром тащил, все. Угу, давайте гром. Там все, ребят, я, у меня просьба такая, что два дня дайте мне не водить Плутоны, пожалуйста. Я хочу просто поиграть в PointSight. В принципе, сейчас я тоже ничего особенного не делаю, фантастического, вы все делаете сами. Блять, как не вовремя конкажен. На этот дуэль. Планет, кто вообще? Да, вот сейчас я уже... Танк объехал, пацаны, где гром наш? Не надо бить что-то, мы ее отбили, и мы сейчас здесь дохнем. Защите до хака, есть время. Ребят, возле дерева снайпер работает за громом, по вам, я подсветил. Да, нет, да, хак. Ты там же кружишь, или десант. Я нашел позицию для фрагания фогов. Да я фрагаю, уже за такой кайф, я говорю. Тополик, давай, вали его. Да. Давай, молния вверху, тополик. Блин, поднимите, пожалуйста. Блин. Да ё-моё. А ё-моё. Пиздец, ауэ. Меня Скай какой-то убил. Похер, сейчас там Месилова, это не специально. Там нет такого в чистом поле. Поднимите там. Сзади, аккуратно, вот, седьмой где. Эх. Бета. Макс сзади.
Фоги бегут, фоги на гром. Да. Фоги на гром. Вот эффекты, блин. User disconnected from your channel. Контроль. Я свои быстрее убью с танком. Да. У меня КД 0.7. Рейдер меня. Приучил. Охренячил. Спасибо, братюля. Да, это участь инвизов, которые бегают по утрам, получают пизды своих. Это участь всех, кто играет в планисайд, получает пизды своих. Ну, инвизы в частности. Гром на мосту, фобовский. Потрошек, кинь. Всю толпу, короче, их не вырезал. Человек 7. Обалдеть, я чувака стреляю, очередь идет из него с М7 минигана. Его не у него вообще там еще. Или пулемета не бегает, блин, мне застелили фронт. Сзади! Я уже пострелял, легко. Хорош, вот спасибо ребятам. Оп. За фан. Тиберюс ворвался, я затормозил. Что я могу сказать? Куда не видел. Бля, там Гринхилл прибежал. Молния. А, скат. Я там вроде гром поставил, так что скат не должен достать. Я понимаю, это маловероятно, может быть, попробуем по методу ситхов взять точку. Как? А зачем мы фанимся просто? Чего нам напрягаться? Мы нормально фанимся, держим на точке хреновую тучу народу. Как бы это нормально. Корок скинь патрон. Держим. Сзади обходят. До сих пор врагов так, 8 плюс, как это народ, мы ушли из корпорации Титан, где-нибудь помощь нужна? Нет, я говорю, на точке мы держим кучу, ну здесь, на этой локе, мы держим кучу народу. А на Титане там судебно, что мы без нас справимся. Какие-то другие, блин. Мы тут держим всю мощь. Ну, ребята... Что-то меня больше РСК убивает, блин, чем поносит. Топ! Откуда? Что-то, блин, кстати, фогов очень много стало. Я не знаю, набрали очень далеко. Прикол. Ребята, прикол хотите? Эрскай говорят, что они отступают. Уходят. Нужна где-то помощь? А без нас справятся. Окей, без вас справимся. На задний гром большая толпа идет. Это так... Слились, да? Слились они. Нет, они как бы иронизируют, да, что типа вот без Арскай вы не взяли, а я же вам замечание. Очень много людей идет на гром, ребят. Извини, Руслан, перебиваю. Да, все нормально. Очень до хрена понизу идет на гром. До хрена, все фоги, там вся ударная сила туда идет. Вон, снесли.
Гром, нужно ботаническое крыло, а не мастер Гром сзади вас, ребят, получится с юга. Вот сейчас можно инжей ставить на этот и встречать технику там где угодно, на их усмотрение. Что-то беда. Черсня. А что у нас по территории по захвату? 38-35. Отлично. Ребята, выгоняем громы, громы говорю. Сразу в СОФБ. По двух сторон. Не, не, ничего. Я фон, спасибо, интересно, блин, и пофармил хорошо. Я с молнией противопехотки штук, наверное, 20 убил в здании. Наверное, до сих пор меня матерят. Да, нам 9. Это как-то не фармится, только на воскрешение. Около. Я опять танки беру. Девять. А, пошло. Грома. Три грома. Ух. Резко откатились, возьму и я танчик. Возьми танчик. Что пойдет стрелять? Я пихом, братан. Мы уже подошли. Потом, после этого, может, катаешься. Давай, я хоть слазь, блин, постреляю за последние ролики. Где будешь брать? Фиг получалось-то. Я на ботанический стрелял, вот он взял. А, все, жди, сейчас я тебе сяду. Они с самого начала тревоги играют, понушки, бомжей. Ну все, погнали. Вообще, кому не лень дают бомжей. Понял. Хочешь что-нибудь здоровье? Не-не-не, надо. Вот маленький гром застрял в канале слева. 12 часов. Да, гром слева. Доезжаю до грома, танкисты снесите, пометил. Ты не встань, получи. Тебе сердечко на смерти. Мужчина кончился, я сейчас сделаю. Нет, я сделал уже вообще последний. Пусть не пойдет оттуда. Я приведу на станцию. Во-первых, кратер принадлежит ванушникам. Блин, сейчас надо продолжить, как можно быстрее. Угу. Как можно быстрее. Молока аккуратно там. Да, я видел, это не выходит. Ребята, занимаем мост. Я вот не понял, как ребята, займем мост, все будет нормально. Да, не давай. Блин, убила свою молнию. Ну, ёптерный балет. Рачин открываем. Кто? Ты какой-то синюшник, блин. Синька какая-то. Ну тиран. Тиранец. О, нормально. Около грома кто-то бегает. Крыш какой-то. Окей. Будто Саша шестой левел убил. У меня за дорогой много. От грома через дорогу. Ребята, закрепляемся. Парни, мы можем закрепиться вот здесь? Думаю, да, сейчас просто закрепимся.
Хами, пройти вперед, надо продавить немножко пехами. А техника-то поддерживает нас по-любому. Огромный обходит. Опять Эльфил здесь. Слышь, Джокис. Да, слышал. Вижу его. Макс понизу идет на 11, на 12. На 10 часов. Бесходный. Уже не идет. Поставчик. Сильно проверить свои силы. Ребята, маяк есть, сможем усаживаться. Отлично. Юп. Либер, на 12 внизу, во враге много народу, и дрон ориентовать один. Опа. Фига себе. Да, блядь. Вот это он не мой был. Русь, я тебе помешал по нему долбануть? Нет, меня убил даже не он. Просто как-то он там мне попал. Походу красава. Мне тоже кто-то со своих спин налил нормально. Раз я ушел с кратера, сейчас на титан просто сброшу, кулак тоже вперед. Давай, да. Наблюдательную вышку берут. Тоже не есть тут. У нас берут? Планер, отставить. Да, у нас. Планер, давай, узел коммуникации хватит. Да, блин. Себя танки, мы возьмем точку. Что за невезуха-то, а? Я только что, у меня Галактос собран, уже Макс. Тит, вашу мать, блядь. Ладно, так. Он едет в сторону Макса. Небесный док еще играет. Нас больше наблюдательные, но они, смотри, не могут там ничего сделать. Ну, походу, фоги стали держат всех на респе. Может, прыгнуть? Помогите уже бомжам, чё. Вообще, вроде, наблюдалка по времени-то дольше отбирается, чем титан. Ребята, на точку надо проходить. Ребята, на точку. А ментики у нас? Никто не взял, да, ментик? Правильно, потому что они на кратер сейчас будут прыгать. Сейчас кратер ушли, блин. И идеально сейчас бомжи туда попёрли. Всё, наблюдательно, нормально. Отлично, вообще супер. Кстати, дружно он там и ведущим, и на точку проходим. Не обращайте внимания на этих максов, которые там рядом. Похер на них. Да. Ой, Джоки, спасибо. Уходи, да, с другой стороны. Руслан, Торион, с нами вот так и наблюдалки. Что? Что на наблюдалке? Да фоги были, блин. Я максом прибежал. Прорашил вперед, и все за мной убежали, выбили. Кошмар. Как скосил, говорю, пачку там. Горек. А, говорю, скосил пачку. Да, прибежал, шанул максимум точку А и все. У меня энергии нету. И Терион еще застрелил в конце концов. Руслан, насколько я понимаю, там все нужны на точке, кроме меня, я могу в свободном режиме. Да, ребята, да? Все, все сосредоточьтесь на точке. Я перешел обратно к вам. Ребята, все на... О, сейчас ну, что-то упало к нам, ребята. А, фейды прибежали. Свои. Скай пришли. Фейдом респект. Скай нет. Ну, планер... Ну, планер что-то решил сюда прийти. Ну, почему, интересно? Потому что мы здесь побеждаем. Вы прорашили бы там. Прорашили. Мы сами не зашли бы, расчерпнули этот зер, который идет на пол. Угу. Твою мать, какая сука! За нас зер. Ряд, смешали, сори. Опять они скиллситы одели, блядь, заебали они с скиллситами. Мужики, турельки. Да блин, молокай, братиш. Да ничего, ничего, нормально. Я кинул рейс вообще. У нас открывается проход на сторону, с двух сторон. Получается, слева не должны продавить. Ребят, кто на титан?
Еще полчаса, я думаю, иронию малить хотелось. А кто заходит с балкона? Да, их заходит до хрена. Не надо, не поднимайся. Много. Их там до хренища просто. Просто до хренища. Сейчас на точку, блин. Сейчас баном эту жижу. Как у меня голова раскалывается, кто бы знал. Рамончик. Децитрамон, ем блистерем, они помогают. Сейчас опять это принял, это лекарство, которое западногерманское. Надеюсь, сейчас снимет. Ребят, заходят к вам трое. На точке. Да не перестреливай. У них ровно 3 часа от здания. Ровно 3 часа от здания стоит. Там в канале. А, между короной и корпорацией. Если я не захвачу узел. Но лезут они все равно с него не лезут. Так, кто на танке? Давайте снесем гром. Капитан Синяк, давай, братуль, снесем гром. Ой, блядь, я попал. Сами, не? Он слышит нас? Нет, вы... Синяк, ты слышишь, нет? Кратит вам. Мы всячески фигней страдаем, короче. Короче, я за танком. Инкаши бы выбили бы их с кратера, и было вообще все прекрасно. Да, они бы фигней страдали. Мой скат, ой, этот, скат, скат на юге фармит. Здорово. Здорово. Привет. Я боюсь, сейчас нас разрушен арки выбьет. Вот это да. Разрушенная арка, это главное не с наблюдательной вышки. Если мы здесь отожмем, то будет записа. Кончились терминалы, теперь моменты. Да, беру танк, попробую сейчас убить их негром. И тут за зданием только сидит. Наверное, резерв. Да. Я вообще на ветре была. Да, робот, они высадку сейчас будут на ботаническое делать. Это 100%. На ботаническое дело. А латум? Прям сейчас там делают. Ждать пока здесь они? Они отстояли уже. Вот они падают. Они здесь. Ребята, падают. Давайте краткое по существу. Согласен. Они громко. Сука, со всех сторон, а? Они нас плотно там. Ну как, ну что, так же интереснее. Очень. Ну, кончил, что дрома моя. О-о-о, все, хана. А теперь хана, ребята. Ха-ха, хихи, весело, чтобы настроение не поднимало. А теперь совсем ха-хана. Конечно, они встают, 3 минуты. Это было их весучий гранат. Слушайте, не обращайте внимания, сколько раз уже видел, то есть... Подходит фок сзади, получается, и режет всех тупо с ножа, чтобы не привлекать внимание. Они в этой маскировке жрал, блядь. То есть, как-то смотрите все равно. А чё нам корону не охватить? Нам корону не надо охватывать, по большому счету. Нам, нам надо удержать просто эту сраную... Ну ты понял. Это сраный титан, да. Потому что если дальше они пройдут, это Алатум. Они Алатум... не беспокоятся, если корона начнет играть, потому что это отрезанный сразу титан. Они должны сейчас сделать шаг. То есть с титана на ботаническое крыло. Если они сделают шаг, нам хана. Будем надеяться, что нет. Ну не хана, но уже будет сложно нам. Нет, сложновато. На трапе. Может быть их одна. Откуда их столько много, я не пойму. Так, они скрин же в группе выкладывали у нас, когда бета. На стриме то, что вас убили. Мы подорвали бейтбол.
Вот этот Да Винчи там скрин кидал, типа, ну, того персонажа у них нету подразделения, и как бы там у них 231, по-моему, человек был. Не, я даже не про фогов, я имею в виду, смотрите, наблюдательную вышку они держат, большое количество. Переброска, один отряд в роуминге постоянно находится, постоянно разрушена арка. Они постоянно двигаются, передислокации, то туда, то сюда, ну, снимая шляпу перед Оракулом, или кто там, Ману, кто-то их ведет, молодцы. Может бекон поставить. И сзади тебя в скалах там бегает тип. Я знаю. Сзади меня в скалах вообще бегает много кто. Это самый бездарный алерт. Со времен, не знаю, какого алерта, я не знаю. То есть... Не, помнишь, когда мы с тобой орали? Да. Вот тот тоже алерт был. Когда еще плюсы были. Да. Вот это та же самая что-то ситуация. Что-то похожее, да? Да, ситуация повторяется. Твою мать, говорит танк, я не вижу. Сука, крыса, очередная. О, лекарство начало действовать. Нормально. У вас был танк с невидимостью. Ресурсов нет, парни. Айкоро, пригласите. Ребята, Айкора, пригласите Джокис. Так, надо грома. Капитан, все? User joined your channel. Ребята, реально час ночи уже. Половина первого. Здорово, вроде бы. Шаг раз доиграем. Да не пойду в том-то дело. Гром тут тащил, нет? Да, стоит гром на мосте. И чужой гром стоит. А, сегодня еще тут мне еще можно. Помимо Боблина, помимо. Хе, прикольно, ребят, другая. Но другое. Что Air Sky были, что Air Sky не были. Не поменялись. Как мы не можем взять титан, так и мы не берем титан. Она, значит, там клини и застряла. Не инструменты. Ну, Руслан, у нас-то 12 человек, может чуть больше. Нас не 12, именно нас. Отряда. Да я, ребят, я вообще с самого начала сказал, что я никаких иллюзий не питаю, ребят, абсолютно. Просто я начинаю... Не могу расслабиться, короче. Для расслабиться, вот как мы проводим время на этом... На воротах? Угу. Причем это не на своих. Да, не на своих, вот это да, это расслабон. А вот сейчас постоянно думаешь, как чё. И ничего отдельного в голову не приходит, это обидно. Мы же не коровы пройдём. Когда стоит на 10 часов. Кидают сами под танки. А потом скрины выкладывают. Да, да, да. Ебаны. Да, не весело что-то. Да еду, еду, взял, выбежал. Ой, кто же у тебя дома? Раскаивец. Раскаивец? Угу. А у тебя елочка чистенькая. Капитана, примите обратно. Привет. Парни, Зонная кварцевая гряда. Кварцевая гряда. Блин, откуда же это? В таком колечке. Но я не уверен. Их могут сэкономировать. Кого? Вижу коллеги. Ой, блядь, меня этот, почините, пожалуйста, кто-нибудь. Блядь, ну ладно. Да, не надо. А чего?
Точно нормально. Нормально, нормально. Дэрил, а Чик, это ты? Еще раз слышал. Стоит Симка и тупит, блядь. По радару видно, я раскидываю эти маячки, блядь. Стоит тупит. И че ты голый? Спасибо, Шиммер. Как сажа бела? Шестой браво перед тобой мой. Без карты. Какой-то там, короче. Нету. Ставлю на тут. Я тут. Так, где давно я сисек не держал. Давненько не брал я в руки сисек. Да, это было бы здорово. Волонтер не дергается, каждому трупу пытаюсь поднять его. Не все трупы одинаково парят. О, Дельвита. Бэтбой, тебя завалило? Нет. Меня кто-то другой завалил. Какой-то синюшный. Да я его уже убил, можешь его не искать. Сука, я ненавижу этих тварей, блядь. Не, серьезно, я ненавижу. Рейдер, вот. Понимаю, где это про снайперов играли. Рейдер, спасибо. Рейдер, спасибо, друг. Не помню, я сам купил себе снайперскую винтовку, пытался снайперить. Не могу сказать, что это прям легко быть снайпером. Ну, блядь. Полно других классов, нормально. Ты не представляешь, как снайперы не любят Макса. И вроде голова есть, и стреляешь, а он не сдыхает, сука. И что ты будешь делать? У нас вокруг грома инфиль. Почикал парнишку. Ай, там кого там конкретно задело, извините. Это нас внезапно стало больше. До этого 50 на 50 было. Так, ребята, нам нужно поднимите инжа. К словам Бола, ребята, на метку медиков. Медиков туда срочно, ребята, полностью. Там внизу четверо по лестнице. Господа, господа, я вас очень прошу. Четко и по существу. Я вас умоляю, ребята. У меня 25 голосов в ушах и еще вот этот постоянный флут из приказного. Ребят, пожалуйста, пощадите меня. Рыбичка это дебильная, если не будет. Процентов уже ничего себе. До точку проходим. Да, блин. Ой, блядь. Там как на точку. Опс. Да блин. Угу. Я не понимаю, они что, не действуют что ли конкретно? Действует. Они все равно в меня стреляют и попадают. Легко и не понимают. Они оставляют. Вот, оставляют. Ребят, ребят, теры тащат 35-40 пока. Тьфу-тьфу. Ну, у НКшников подняли пару процентов. Да, НКшу не подняли. Своё. О, меня Киллар 44 поднял. Прикольно. А Дельвит не умеет кидать шоковые. Ой, беда. Ну, уже что-то не получилось у него, бывает, скажем. Я ничего не говорю. Может, и не умеет. Я тоже сейчас пытался кинуть в дверь. Заранее нажал. Один Макс на точке. И в дверь не попал. А я забыл про С4. Беда. А, вижу, ключ угощения закончилось.
Ансимбель, короче. Ну как бы приглашаемся, да, посмотреть, будет или нет. Херня убил. Вообще не кратко, не по существу, Орион. Все, Макса убил. Там их два. Макс поплыл, ребята, Макс поплыл, да, входим, 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 пушаем, блядь! Давайте, давайте, наваливаемся, наваливаемся! Похуй, наваливаемся! Объем заняли. Так, что-то мы приунули, ну, нахуй, раскисли. Давайте, собрались, ребята, точку надо брать, блядь. Так как тут? Половина дороги новая. Проснулся я. Нужны патроны. Патроны, скиньте, ребят, патроны, пожалуйста. Так, Максы в проходы, Максы в проходы. Точка патронов. Патроны, точка, инжи, ё-моё. Квайда, ё-моё, где ты? Где себя черти носят? Так, ребят, маяк есть, пошли по маяку. Да заебало все. Ребят, очинка синяку, ребят. Быстрее, 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 ребят, не спим. Давай, 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 наваливаемся. Ай, красавчики, братцы. Навались, блядь. Патроны. Давай, 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 давай. Ребята, патроны, не прекращай. Квайда, патроны. Пристрелю нахуй. Инфиль, инфиль, себе. Умер. Так, медики, отойти вглубь комнаты. Хевики, занять укрытие рядом со входом. Так, что это за чудо здесь стоит? Арскается в багу. Ребята, занимаем проемы. Проемы, в проемы смотрим. Не выходим наружу. Если что, откидывают, я откидываю конкашены по направлению, и все. Да только не выходите, я вас прошу. Что за бред там пишут в чате? А что это за овца пишут? Медики у нас есть? Ну, вижу. Они нарезки пытаются. Сзади кто-то херовал. Это был Байман, сука. Байман, да. Так он шестерых там снесся с ним. Сейчас соберутся рашить. Фешки. Так, отойдите назад, и под конкашены попадете, ребята, отойдите. Еще сверху десантники С4. Вот такую толпу. Роман погиб на мине. На мине. Дельвид, хочешь обсудить этот вопрос? Тогда к тебе к проктологу. Извини, я тебе не помочь ничем не могу. Я же говорил, С4, бля, сейчас будут кидать. Бонус. Че? Аккуратно, Баймана подняли. Ну и правильно. Наверху, наверху лайк, не выходите, бля, там наверху, да. Браво, поставь маяк, если можно. Выходите, они сейчас на проход, сразу с дробовиком вас несут, слишком близко вы к проходу. Братцы, собрались, минуту простоять, 50 секунд. Концовку, они сейчас попрут конкашены туда, на выход, и гранаты любые, какие есть, туда на выход. Они сзади, сзади идут. Я опа, зашли. Все, ворвались. Что там, Макс Раш, Лоло? Да, Макс Раш. Ну да, ай, ну молодцы какие, никто Макс Раш. Ебать, ёпта, пять. Фоги, все толпы, да, блядь. Если что, у нас тут было 1.5 отряда, был. Это был Макс Раш, Лоло, прикольно, молодцы. Кого там повалил, извиняйте. Пить надо меньше, Дедвид, пить надо меньше. Корпорацию Титана или нет? Да не, мы зато им весь алерт испортили. Кто такой этот рейд? ОС или ДВС?
Да, мы такую пачку народу стягиваем, их не весь зергач, который есть в Анушне, поэтому мы для алерта сделали очень дохуя. Да нормально мы сыграли, что вы играли, играли? Офигенно просто, я и пофармил, и фармлю даже. Продолжай. Вообще нормально пофармил. Не, да, по 190 тысяч осталось. Херня. Странно, не могу поставить туры. Не, ну много, конечно, прибежало, бля, вообще. Я прям стреляю, они падают, стреляю с носорога, здесь патрон, они бегут и падают, и все равно добежали. Хрена, так там максол, я не знаю, штук 8 ворвалось, это точно, блин, это как минимум. Мне одного хватило. Не добегу. А еще турель стоит, стреляю. Нормально. Надо перестать. Походу, блядь, не турель, да? Чат, турель сниму. Блядь, блядь, откуда это? Наша песня хорошо, начиная сначала. Крыша, блядь. Остальные. Много вышло. Да до хрена их, они все здесь. Они все вышли. Да. Еще офигенно. У них гром сзади. Зад вот это там. И давим. Карбюром. Я ему написал, я и так ваши камни тюка чубочка был. У нас гром пиздата стоит. Слышь, это модус. Есть предположение, что дулит под шофе. Ну, все возможно, почему нет. Ну, нормально. Ничего против не имеет. Да блять, а ёб твою мать. Серьёзно, все те же люди. Ну, гоните кром, потому что. Моя кто-то ставили. Да ёб. Ну, гоните. Погодите, не надо. Спасибо. Надо снять у них этот самый. Я если бы был до ифога, вы чмо 10-го левела бы мне какой-то левый. Бывает. Я почему это я сутрировал. Да, Макс, за нами, пацаны. Это по своим стреляю. Так, ребята, пехи кончились. Пехи кончились. Постарайтесь пройти как-нибудь туда. О, Хелхейм прибежал. Так. Ты видишь? А, это турнир. Ты можешь с короной. Они нас хотят от себя выбить, что ли? Модус, я отомстил. Ништяк, Терриан слил, да? И меня еще раз поднимите. Второй раз, кстати, я его убиваю. Не, я один раз его сегодня только убил. Да вот какой то ну наверное. Это наше все. Да, так и напишите, Джокис, напиши, крысы это наше все. Нормально, а че мне за глюк? Я только что меня убили, стрелял и мне не стрелял. Блять, ХВ, я тебе попал, сори.
Все нормально, стреляю, оружие не стреляю. Да и... Не высовывайте вообще, блядь. У меня вылет, сори. Парни, приготовьтесь падать, альфа. Да как еще держит? Парни, альфа, приготовьте падать. Все, кто сдох, будете падать сейчас. Пошли, 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 ел, ел, ел. Дроп, 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 парни, быстрее. Я не собираюсь пить за хаки. Планер, это не анекдот, тут просто приди и поиграй против фогов, и посмотрим, что будет. Опа, как он красиво, здорово. Чё? А, окей, планер, я мы все понял. Мы тоже с ними играем, мы как-то с поименным успехом. Спасибо. Не у всех ты есть. Что? Твою мать. Нет, мне не надо. Я вспомнил, что у кого-то я видел патроны. Стреляй. Сзади, сзади. Ты пока не встаю. Я всех поднял, Андрей. Блин. Они завтра уже. Сняли беконку. Ну, ясен хуй. Я там успею до конца как-то войти. Ой, робот, захожу. Наверное. 5 минут. Да. Я из-за этого не люблю. Какой-то... Как они задрали эти крылья, да? Хук! Сзади, сзади, зеля! Игорь. Да, либератор. Сейчас да. Съебнется. Деревья, привет. Еще снизу там. Хай деревья, да? А точки подъем нужен срочно, пацаны. Вдвоем стоим тут. Территория. Угу. Ну уже сейчас никакой территории не. Пацаны, ничего не отхватывают. Они отхватывают какую-то там небольшую выше, да, выше еще титана. Резну точки возможно. Вставай, вставайте. Не успеем туда. Что у нас отхватывает? Сейчас чуть выше титана там что-то. А вот это совершенный фарпост. Что? Склад Таурика. Что склад Таурика? Можно отходить. Сейчас. Еще не вот это закладывать. Если даже лидер... Опять сейчас раньше было. Я понял. Дай лидер Браво, я мочу поставлю. Браво, уходите на Дахаку. Вернее, на склад. Туда, куда Виталик падает. Да блин! Они у НКШ что-то отжали. Браво, прыгайте. Да. Не у нас отобрали. У нас отсюда отобрали. И у нас... Ребята, складхром сносит, складхром сносит. Ребята, 11 секунд у нас будет склад Таурича, 1%, плюс еще будет... Ром долго взяли. Да хер... Ооо, начинается. Склад есть.
Да, ну все там, выиграл. Мы выиграли. По нам Либер долг. На территории всех положил. Джонки с тебя обратно, да? Тут долбанный анус с титаном. Вот посмотрите сейчас. Да, все. Емпи гранаты. Пошел. О, они к вам будут заходят на точку. Много, очень много. Пять самые массы. Да. О, байман. На пять самые массы. Здесь вообще класс, блядь. Ой, сколько много, ёпта. Так это они идут, это да. Да. Блядь, пиздец. Теперь среда максов, что ли, брать? Стоять тоже максам, чтобы куча максов была. Да не, братан, ты посмотри, сколько мы стянули сюда, на эту точку, сколько вот, 48 плюс стабильно там стояло. А у нас периодично, то 48 плюс, то 12-24. То есть мы часто отвлекаем фугов от анизованных ребят сюда, это шик. Пока мы с нашей другие теры там красят другие эти, блин, экзы. Ладно, тир. Хотел написать, и кто тут эти, ну ладно, хер с ним. User in your channel, time down. А, все, ребят. Всех с победой. Здравствуйте, ребята. Побадай. Планер. Охренеть, я 260 сертификатов нафармил за тревогу. Отлично. Так, планер идет. Все, ребята, я не хочу слушать, что этот пидор говорит, он меня заебал. Ну реально запарил. Да блин, запарил, да, понимаешь, этот генерал-командор, блин, хренов, блин. Достал. Планер. Реально достал. Скажи ему, сак, майдак. Дик. Так? Мою уточку? Именно так.